Добрый день, уважаемые гости фестиваля «Будущее». Вы не знаете моего имени, не знаете названия моей группы, и уж тем более не знаете слов моих песен. И после всего этого вы считаете, что ваша жизнь имеет смысл? Я так не считаю. Я хочу сыграть с вами в игру. Перед вами сейчас находится огромная толпа людей, и каждый считает, что он лучший мошпитер. Каждый заряжен на то, чтобы разъебать как следует. Но ведь прошло уже ни много ни мало половины фестиваля. Готовы ли вы плясать как в последний раз под песни про кал, пенисы и смегму? Покажите, на что вы способны, и тогда я пойду пускать к вам хедлайнера фестиваля или нет. Тусить или отсасывать? Решать вам. Будущее! Шопу! Нахуй! Блядь! Трахать ваши головы, мать вашу! Каждый раз заходи и раздумайся, тут уже и так понравится. Это Африка, пора встать, афага. Вставай скорее, на пути бухлой, всю загад. Станет человек от такой, где вчера и пиво. Почему я так уверен, то что хочешь ты выдать? Я тут пропагон, твердо отвечает, но твой мотан отворил. Вот и столь свою, но я не понимаю, что ты принес нам соя. Не менструально. Все остальное, как говорится, переживем. Давеча в моей жизни случилась ситуация. Мне не сосут никогда, никто, нигде. Но стоило мне однажды прикинуться горшком